заходите, девочки, с закрытыми глазами. Потому что мы не хотим ничего. Все, нас не сошло. Все, открываем глазки. Девочки, сегодня последний день наших занятий. И я вам вручаю сертификаты об окончании арт-студии. Для Даши. Даша, пожалуйста. Эля. И Майя. Девочки, прочтите, что там у вас. Ну, покажите, какие у вас сертификаты, как они. Девочки, я вас поздравляю. Сейчас вы еще покажете нашим зрителям, какие вы рисовали красивые картины. То есть ты из всех рисунков, которые мы сделали за сколько? За полгода? Да. Ты выбрала те, которые тебе больше всего нравятся. Да. Ну вот, показывай. Это хамелеоны. Они сейчас ползают по ветке. А почему ты их выбрала, вот этот рисунок с хамелеонами? Потому что хамелеоны, они... Просто это яркий рисунок, мне кажется, да? Да, потому что они яркие животные, и я их нарисовала яркие. Необычные, не экзотические. Да. Хорошо, давай, следующий. Кто следующий показывает? Это первый раз показать рисунок, это кот. Так, и там кто-то в иллюминаторе. Эля, похоже на Майю. Ну, я так и сделала, сами потому что мне так понравилось. Я думала, как будет выглядеть волосами. И мы наконец-таки узнали. Почему мне нравится этот рисунок? Потому что он космический, а я люблю космос. Я выбрала рисунки, которые красивые все. С акварелью и гуашью. Первый рисунок – это ёжик с снежинкой. И с этим рисунком ты выиграла в конкурсе, да? Да. Нет, это первый раз так нарисовала. Из-за того, что... Потому что ёжик красивый. Милый очень. Да. Это попугай. Он сидит на ветке. Тоже яркий. Да, вокруг него много рисунок. Угу. Ей этот рисунок понравился, потому что попугай яркий. Выбранный рисунок – это девочка, тоже Эля. Что у нашей Эли в руке? У нас есть такая шапочка. Ага. И этот рисунок, где запрещена птица. Цветущие яблони, наверное. Да, это, да? Как сакура. Сакура? Ну, почти так. Угу. Почему мне этот рисунок понравился? Он просто сложный, тут есть переход, а я переход очень сильный. Я выбрала этот рисунок, потому что у меня день рождения весной. Мне больше всего тут нравится, что тут венок украшен разными цветами. Угу. Сверху. Ну, первые цветы – это желтый одуванчик. Это такой самый-самый-самый милашный рисунок из моей коллекции. Мимимишный. Да. Это зайчик, который вдалеке от своего домика. Так. И этот зайчик ищет себе друзей. И этот рисунок самый-самый мой любимый. Они вышли гулять под дождем. Да. Взяли свой красивый яркий зонтик. Зонтик? Надели резиновые сапожки. И да. Пошли гулять. Это самое смешное, можно сказать, мой рисунок. Хорошо. Так, на этом рисунке изображен слон, а на его спине изображена птичка. Этот рисунок я нарисовала весной. Вот.
что здесь изображено? Здесь изображена птичка. Можно так сказать, зеленушка. Следующий рисунок – это кот. Этот кот – художник и ученый одновременно. Ученый-художник, такой может быть. Ученый-художница. Да. Я хотела еще добавить. Если вы не можете, что мы добавили на это, то не снимем. Конечно, все делаете сами. Нужно подписаться на канал. Это первое. Нажать на колокольчик. И посмотреть все видео. И на понравившиеся поставить лайк. Вот под этим видео вы должны в комментариях написать любисик и написать хэштег артстудии. И, ребята, всем огромное пока!